Сегодняшний выпуск посвящен болельщикам «Динамо», которым удалось найти и восстановить автомобиль легендарного вратаря. И уже скоро эта машина отправится на выезд. Много чего нету из привычно комфортных вещей. Зато то, что есть, ты ценишь. В автосервис, который называется «Автоспарта», есть подозрение, что это какая-то замануха. Красно-белая. Вообще. Прям как наш футбольный клуб оказался. Мазда. И футболисты хороши, и все остальное. Но Юканович как масло был. Да, не того залили. Но слили того, судя по всему. Слили того. Поверни все это назад. Сорвались бы мы в дорогу снова? Конечно. В следующем сезоне «Динамо» наверняка поборется за самые высокие места. Вообще плохо.